Добрый день, это прообзор от компании ProTechnologies, где мы разберемся в преимуществах автоматов продольного точения швейцарского типа. Станки предназначены для крупносерийного и массового производства деталей в автоматическом цикле из прутка различных материалов. Сильная сторона автоматов – экономия времени обработки заготовок. В зависимости от сложности производства требуемой детали, рабочее время в сравнении с токарными станками с ЧПУ может сокращаться практически в половину. Этому способствует установка быстроходных направляющих и наличие контршпинделя. А установленный блок с приводным инструментом, расширенное управление Y-осью, C и B осями значительно расширяет функционал токарного автомата швейцарского типа. Если вы производите маленькие, сложные по конфигурации детали, прутковый автомат, еще одно название автоматов продольного точения, является чуть ли не единственным решением. Он позволяет выпускать продукцию с тонкими элементами и более глубокими резами. Особое преимущество – возможность изготовления деталей с отношением длины к диаметру прутка до 20 к 1 с помощью предустановленного люнета без подпора задним центром. Шестиосевая обработка, многооперационность оборудования исключают, ну или как минимум значительно сокращают необходимость вторичной обработки. На выходе получается готовое изделие, которое в прямом смысле слова можно сразу упаковывать и отправлять заказчику. В то же время классические токарные станки с ЧПУ оснащены тремя, четырьмя, максимум пятью осями и зачастую не способны выполнять обработку за один цикл. Из-за этого даже несложные детали иногда требуют участия нескольких моделей токарного и фрезерного оборудования. На практике на автоматах изготавливаются компоненты для электроники, транспортной и станкостроительной отрасли. Остались вопросы по преимуществам автоматов продольного точения? Пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал ProTechnologies. Компания ProTechnologies осуществляет поставку и сервисное обслуживание автоматов продольного точения швейцарского типа. Более подробная информация представлена на нашем сайте в разделе «Металлорежущее оборудование».